Начинаем. Парам. Привет. Я Хихус, и, по-моему, 11 лет назад... 11 лет назад я все это затеял, хотя это называется десятилетие. Первый год мы просто вкалывали на подготовку первого фестиваля. По крайней мере, для публики. Вроде бы они все приходят, говорят, что им нравится. Более того, они только приходят, они вылезают из каких-то нереальных глубин. Эти люди появляются из каких-то глубин и говорят, что они реально живут в какой-нибудь там жмиринке и Вольф. Фестиваль комиксов и манго-комиссия стал международным событием. Только на его открытие приходит более 5000 человек. Главные цели фестиваля – развитие рисованных историй как вида современного искусства и продвижение молодых авторов. Ну, в принципе, это очень нужный проект. То есть, реально все, кто в нашей индустрии комиксной чего-то достиг и чего-то у него получилось, они все начинали с того, что они сначала, как молодые авторы, выставлялись на фестивале, а потом они уже перерастали в фестиваль, начинали снимать там свои большие полнометражные мультики, там еще что-то там, или выпускать большие альбомы. Мы диссиденты от искусства. Черт, микрофон попал. Основан 2001 годом. Эх, все веселятся. Как там мой журнальчик? Пойду посмотрю. Что-то нет никого. Замуровали демоны. Где теперь комиксы печатать? Народ, ау! Кто на форуме? У меня гениальная идея. Надо фестиваль комиксов устроить. В люди будем выходить. Готов бороться за светлое дело комиксов. До последней капли крови. Наших врагов. Мы же комиксисты, у нас очень просто. Когда мы делали первый фестиваль комиссию, мы написали такой манифест о том, что комиксы – это вид современного искусства. И что мы на этом настаиваем и будем биться, пока там не пробьемся. Комиссия, она, ну, как сама превратилась в некий живой организм, да, которая родилась вот с помощью нас, например. А мы, то есть через нас она вошла в нашу жизнь. И в жизнь вот всех, видите, сколько людей она задействовала, да, скольким людям она, ну, как-то изменила жизнь. Я приехал из Екатеринбурга специально в Москву на фестиваль. Ну, это было волшебное ощущение, потому что, наконец, то, ради чего я всю жизнь жил и что хотел сделать, вдруг где-то происходит, собираются люди и что-то хотят сделать то же самое, что и я. Фестиваль-комиссия – это конкурс комиксистов, мастер-классы, лекции, семинары, возможность встретиться со знаменитыми создателями комиксов из самых разных стран мира. Был совершенно гениальный мастер-класс вообще про японскую рекламу, но который тоже связан непосредственно с мангой. Ну, то есть мы стараемся покрывать вообще весь спектр и сделать так, чтобы эти мастер-классы были интересны самой широкой аудитории. Комиссия
Комиссия сейчас – сочетание высокого статуса мероприятия и полной открытости для всех гостей и участников. Здесь побывали звезды со всего мира, ведь комиксы рисуют везде – от Франции до Китая и от Японии до Аргентины. Комиссия – абсолютно открытое мероприятие, и любой как бы, человек, любой художник, любой просто зритель, любой любитель – графики, либо любой любитель литературы, вообще любой любитель, который любит, человек, который любит истории, просто обязан прийти и посмотреть, что это такое. Более 400 авторов ежегодно участвуют в открытом конкурсе фестиваля. А когда-то создатели комиссии только мечтали об этом. Алло, это Союз художников России? Эй, Айвазовский. Кто? Где? Бездельничаешь все. Между прочим, крошка, я фестиваль комиксов организую. Ну, наконец-то, за ум взялся? С чего начнем? Никакого опыта абсолютно в организации выставок не было. И, как я сделал выставку? Было 78 художников, соответственно, и оказалось, что в зале 80 метров, поэтому я отмерил им вот просто рулеткой так каждому по метру, сказал, вот твой метр стены, оформляйся. Вот. Люди оформились просто нереально. То есть иногда комиксы залезали на потолок и на пол, где начался один художник, закончился другой, вообще понять не было невозможно. Просто такое вот мясо такое было просто. Сейчас, погоди, я глотну и заново начну. На фестивале комиссии проходит конкурс костюмов героев комиксов – косплей. Для всех, кто придет в костюме на открытие, вход бесплатный. Ну что ж, самое главное, то, что фестиваль самое главное открылся. Это был первый фестиваль комиксов вообще в России. Именно такой вот. Это вот самое главное. Сейчас комиссия – известный международный фестиваль. Но в 2002 году СМИ впервые узнали, что у нас тоже рисуют комиксы. Наташ, посмотри, сколько людей, и все комиксы рисуют. Ребята, мы с вами. Ура! Спасибо, ты лучшая. Да ладно? Хотя получилось неплохо. Саша Монастырев замечательный, абсолютно как бы человек, но как бы двигатель такой, толкатель Хихуса. Собирала и направляла в нужную сторону. Жутко удивлен, когда вот этот вот момент пиара, работы с телекомпаниями, с журналистами, это все так решалось. Мы сидели в первую комиссию Хихуса на кухне, и Наташа там звонит. Алло, я расслала всем пресс-релизы, но я поняла, что никто не придет по пресс-релизам, надо всем срочно позвонить. И она звонила там в 10 телекомпаний, и они говорят, да-да, мы придем. И журналы, мы придем. В проекте комиссия я... От его истоков, можно сказать, я был на том историческом мероприятии, когда возникла сама идея. Я вижу это таким образом. То есть это исходящая сила, да? То есть вот если мир был готов, то в тот момент. И вот мы как бы воспользовались этим шансом, его не упустили и сделали это. Да. Первые комиксы были трогательные и душевные. Благодаря фестивалю их авторы стали знамениты. Был такой персонаж смешной, в шляпе он ходил все время, такой щеголь. Вот. Он постоянно преподавал всякие передряги, он проваливался в колодец. Вот у него почти все истории начинались с того, что он выходил на улицу и проваливался в колодец. Вот. А в колодце, так сказать, уже с ним начинало твориться необразимое. Да, да по ощущениям... клипа Майкла Джексона «Триллер» я нарисовал комикс про зомби.
очень прикольно в тетрадке еще нарисовал. Правда, он кому-то достался, чуваку, я даже не помню его имя сейчас, но он у него, видимо, либо сгинул, либо у него до сих пор есть. Но это теперь раритет, как бы, это очень дорого стоит. Мы хотим рассказывать всем о том, что комиксы – это там не только Супермен, там, не знаю, Утиные истории, Симпсоны, то есть это не обязательно там смешно, да, что это вообще современное искусство, на самом деле, там большая его часть, и, соответственно, когда мы работаем над этим, то мы стараемся порадовать самую широкую аудиторию, там и заинтересовать. Комиссию сразу полюбили художники из России и СНГ. Создатели и организаторы поняли, что пора выходить на международный уровень. Требовался новый план действий. Здорово играет! Где шайба? Ну как, ценные мысли есть? Да не особо. Пойду лучше прогуляюсь. Помню. Тут была библиотека. Значит, ценные мысли. Здрасте, тут все еще библиотека? Вы что себе позволяете? Это французский культурный центр. А я в гости. Вы художниками интересуетесь? О, любой художник есть друг Ива Зобермана. Устроим фестиваль комиксов. Oui, bien sûr. Подключился французский культурный центр и Ив Заберман, что ему огромное спасибо, потому что он сделал абсолютно невозможные вещи. Он привез невероятного гуру французского комикса, которому кланяются все, просто вся Европа, это Мёбиус. Что мы тогда еще даже не понимали, насколько это было круто, насколько мы счастливы, потому что после этого, когда мы встречаемся там с разными французами, говорят, как у вас был Мёбиус на фестивале? Да не может быть, мы во Франции живем, мы его никогда не видели. А к вам он приезжал на фестиваль. Честно говоря, когда Наташка умирала, она мне сказала, пожалуйста, не закрывай этот проект, потому что, ну, мне так он нравится, это было так много сил и так много веселья. Хотелось бы, чтобы он жил после меня. Вот. И поэтому мы назвали, собственно, фестиваль светлой памяти Наташи Монастыревой. Каталог комиссии – основной гид в мире российских комиксов для издателей и арт-директоров. Таким образом, у молодого художника появляется реальный шанс найти заказчиков. Под каждой работой есть имейл автора. Каталог комиссии – основной гид в мире российских комиксов для издателей и арт-директоров. Мы делаем церемонию с торжественным награждением, и, как правило, у нас есть там какие-то наши иностранные гости, которые тоже вручают свои призы. Ваком – одни из самых таких ценных наших партнеров в этом смысле, потому что они дарят планшеты, с помощью которых, собственно, художники могут делать свои прекрасные комиксы дальше. Победители выбираются в категориях «Гран-при», «Арт-при», «Гран-сценарио», «Народная любовь», «Манга», «Лучший фотокомикс», «Стрип». Нарисую сказку. Чем Ганс Христиан Андерсен не муза? Кто здесь? Это я. Как сейчас говорят, великий сказочник. А ты кто? И почему твои цветные картинки носят имя моей сказки?
Понимаешь, Ганс, я это, ну вот, короче, рисую я сказку про башмачки. А мне понравилось, как ты, творчески переработал. Удачи, коллега, удачи, друг. Комикс «Красные башмачки», который я рисовал как мой перевод с датского языка Ганса Христиана Андерсена. Его перевели обратно на датский язык, чем я ужасно горжусь. То есть мой перевод обратно переведен на датский язык. Ура! Вот. И, кстати говоря, перепечатали какое-то рекордное количество раз и продолжают перепечатать. Быть волонтером на комиссии – это возможность найти новый интересный круг общения. Художественное образование не требуется. Многие участники и даже победители фестиваля тоже не являются дипломированными художниками. Кстати, на комиссии можно приобрести комиксы со всего мира. Когда мы делали первый фестиваль комиссию, мы написали такой манифест о том, что комиксы – это вид современного искусства. И что мы на этом настаиваем и будем биться, пока там не пробьемся. Мы пробились более чем. То есть стало понятно, потому что продюсер, который хотел сделать со мной очередное телешоу, вдруг обнаружил, что у него нет оппонентов. Он позвонил, говорит, что самым радикальным людям и попросил их всех выступать с тезисом, что комиксы – это исключительно картинки для дебилов. Вот. Они ему все ответили, знаете, мы уже поняли, что это современное искусство, если вам хочется, спросите Хихуса, он вам подробно объяснит. Комиссия является важной частью программы «Ночь в музее». За одну ночь фестиваль посещает несколько тысяч человек.
Люги